И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Unlocked. И сегодня мы что? Правильно, займемся всякой фигней. Здесь у меня летает, во-первых, альфа-грифон, вы видите. Во-вторых, я немножечко разметил территорию. Есть задумки, какую я хочу сделать дом, но это просто огромная постройка, от которой мне, возможно, будет лагать. Ну и в-третьих, да, видите, да, у меня пинбол. Чё, поиграем в пинбол? Пиу-пиу-пиу. Да, админ enable, disable, давай disable, я не знаю, она у меня выключена всегда была. Короче, я разобрался, как это работает. Бляха-муха, просто нашел чувака, который играет видос, то есть снимает 100 дней в арке с Nunaki Genesis Reborn, Aga Reborn. И там стоит вот этот мод, DS-ка. И вот, видите, киблы. Киблы-то делаются. Яйца выносит додошка, хитин потихонечку добывается. И, в общем, да, чтобы вот с этими киблами не возиться, можно просто побольше тушканов натомить, и будет все хорошо. Секунду. Микрофон поправился, да. Здесь все легко и просто. Пиу! И вот я прокаптодонт. Лежит в покеболе. Назовем это так. Ну, в руках-то держит покебол. Можно выпустить. Админ мод. Я, кстати, не знаю, что это за админ мод. Вот, и можно вот сюда прокаптодонта ложить. И будет яйки выносить. Такая вот фигня. И, соответственно, они вот только так и работают. Как бы это смешно не звучало, это реально только так работает. Застакать можно их обратно, то есть с этим проблем нету. Эти, кстати, инструменты я улучшил. Бензопилу тоже сделал, я ее улучшил, с помощью верстака. И поставил вот такую вот печку, которая работает просто по 20 затик делает, как вон та печка, но только она делает щелк-щелк, то есть, как, грубо говоря, каждую секунду. Так, что мы сегодня пойдем делать? Естественно, мы пойдем сегодня Flame Анкилозавр. Попробуем протомить, конечно, топовенькую, прям топовенькую, ну а там уже что получится, то... Как говорится, получится. Че, гача что-нибудь набабахал? О, гача набабахал. Ну, простые. Это простые ресурсы. Я в гача скидываю просто всякую фигню. Жрет, не жрет, я не знаю, но я это все фигню скидываю. Так. Давай вот это вот, короче, избавимся от них. Отлично. И надо посмотреть, что там у меня с грифончиком. Что он задумал и почему он здесь летает. А еще у меня здесь альфа-стега, если не ошибаюсь, тусуется мелкого левела. Я сам немножко удивился, почему здесь такой еще и мелкий левел. Но он здесь есть. Кстати, я сейчас вспомнил. Я же сделал электроники куча. И я могу себе теперь... Что это? Clear your inventory. Ха, интересная штука. Вот, кстати, да, этот мод добавляет вот, вот, вот и вот, по сути. То есть, это чтобы я мог вызвать себе всех покеболов, которые хранятся вот в этом терминале. То есть, ну, любого из них я могу к себе вызвать из любой точки. Если я правильно понял. Вот, ну, то есть, винтовка и сами покебольчики. Так, ничего такого сверхъестественного. Так, пульт. Где... Драный пульт, вот он. Ага, ну это пофигу. Пока что хотя бы так у меня первосортку надо будет пожарить. Так, и сделать уже вот так. И переименовать. Ну, почти угадал. Хоми. Вот. Теперь я могу что? Правильно. Могу наконец-то телепортироваться и, если что, забрать все ресурсы. Но Крубис фонд, то есть я ничего не нашел. Файндина тоже никого нет, но потому что у меня еще никого и... Ну, то есть никого я не закинул эту фигню. Почему я вспомнил про вот это вот? Потому что я сейчас пойду, что? Правильно. Отгонять грифона. Вон того.
А с другой стороны, у него 49 тысяч хп. Мне надо будет притомить, короче, динусов, всех, которые что-либо дропают какие-нибудь предметы. Это голдудо, дудо. Так, зомб дудо я притомил, голдудо. Еще какое-то дудошка. Альфа-дудо. Вот, то есть нужно будет всех притомить, тушканчиков несколько, то есть вот этим сегодня и займемся. Притомим анкилку и потом уже будем томить всех остальных. То есть попробуем по максимуму сегодня сделать то, что я хотел сделать в прошлой серии. Так, с собой беру вот этого чувака. Он мне прям поможет в этом плане. Так. Да, там виверн тусуется. Ой. Давай, давай, давай. Оп! Отлично. Погоди-ка. Прайм альфа-грифон. Вот. А там просто альфа-грифон. Прайм альфа-грифон. Ты понимаешь? Вот он-то мне точно легкий баф вывесит. Так, стоять, назад. Вот, кто главная проблема, не вот это чудо там летающее, на него вообще насрать. Главная проблема это Прайм Альфа Грифон, который, как вариант, все-таки агрессивный. Так, тушуйся. И вот он тут мне точно проблем доставит. Как проверить, агрессивный он или нет? А вот так. Ну-ка, иди сюда. Ну, я думаю, раз простой грифон агрессивный, то и этот тем более агрессивный. Ну, хотя вот ни на кого не нападает, как бы, и типа такой нормас. Типа такой спокойный весь из себя. Подожди, не, не за мной. Он что, реально не агрессивный? Офигеть. Клёво. Это мне реально облегчает вот это вот и всё. Он не агрессивный, значит, он, даже если подойдет близко к моей базе, то ничего не будет. Фух. Я спокоен. Теперь как никто. Единственное, что вот альфа-грифон, что он там вот он. Что вот он там? Ну, я думаю, это будет уже агрессивный. Ну, все-таки это идет как обычный больше грифончик. Конечно, можно его попробовать притомить, но зачем мне грифончик-то? Да, вот это сразу же, вот, агрессивно идет, он сразу такой. Иди сюда, сейчас я его замочу. Вот. Но не тут-то было. Ты думал, это я попался в ловушку? Это ты попался в ловушку. Ой, добрый вечер. Не, ну может это я попался в ловушку? 20 тысяч? Да ты не охренел ли случаем? Тихо. Че это подлагнуло так меня? Вот, что ты сдриснул. Ну ты и козел. Да погоди ты. Ну ты и гнида. А куда я боеприпасы скинул? Где боеприпасы? Ой, лашпед. Слышь! Мочи его! Мочи козла, сейчас он мне тут все разнесет к чертям собачьим. Да. Ну, как бы не удивительно. Ой, да ладно, мне птеры не нужен был. Да, проблемка. Расхренакал мне тут.
Вот ублю... Не, ну, теперь тебе точно кранты. Че мне тут еще расхренакал? Тиранодон мы его расхренакал. Это тот, которому я... Это, скорость передвижения качал. А этому не зря качал. ХПХ. Не, ну этот тварь я, короче, все равно запомнил. Я запомнил тебя, лысый. Ладно. Починимся чуть-чуть. Ну, кстати, если так задуматься, то тушкан мой выжил чисто благодаря тому, что он здесь находился. Ай, блинский, блин. Ладно. Ладно. Главное, ресурсы все на месте? На месте. Ой-ой. Так ты, ох ты, ублюдок. Ты еще здесь. Ох ты, гнида, мать твою. Иди сюда. Я сейчас тебе вот это вот раз на раз. Только это, чисто поле, давай вот это вот. Гнида. Надо было какой-нибудь огнестрел взять, чтобы тебя есть чем мочкануть. Ну, в смысле это. Чем пострелять тебя, согреть. Э! Да пошел ты. Не знаю, что сейчас из этого выйдет. Но там альфа... Прайм альфа... Трицератопс. Я не знаю, что сейчас из этого выйдет, но надеюсь, он на меня ничего не согрется. Иди сюда, ублюдок! Спать, козел. Ах ты, ублюдок, думал, что выживешь. Так фиг ты с два. Ничего, я так у него еще от него урон получаю. Спахуха, это были разборки. Он сам виноват. Так, что я получил в итоге? Ну, короче, дроп. Черный жемчуг. И всякая гадость. Так. Все, текаем. Фух. Ну, в общем, запомнили. Альфа-Чи наносит такой урон по радиусу, что мама не горюй. Так что нужно быть аккуратнее. Кстати, да, я тут статы себе сбросил. Стойкость добавил, ну, чтоб уж было. Вот, и здоровочка, по ходу дела, все-таки надо делать побольше. На всякий случай. А теперь нужно возвращаться к тому, чем мы занимались. Ей! К давлению. Ой. Так, приближаемся. Отличненько. Тихо. Какая сволочь стреляла. Ай, ты твою мать. Ох уж эти крылышки-то. О-о-о! Там что, Дрейк, что ли? Точно, Дрейк. Ну ты, конечно, даешь. Да ёпрсы ты. А места получше приземляться я могу найти? Ух. Так, ну вы-то точно валите нафиг отсюда все. Я обкакался. Только что-то хотел сказать. Я, короче, забыл, что я хотел сказать. Я обкакался. Я кристаллы подобываю, ну и нафиг. Ох, ёб твою ж за ногу. Я просто подумал, если фон сейчас с чем-то таким ударит, типа, он такой... перданет и ударит по области, и типа, это что-то будет не то, то это все, это пердец. Но нет, мне повезло. Все нормально? Ты не против, если я его приручу? Так, отлично. Вроде не против, надеюсь. Открываем. 149 торпор. Это как... Да ёпперс... А вот это будет проблемка. Просто может быть так, что он начнет защищать своего. И типа плохо. Так, ладно. Так, ты, скотина, мелкая, пшу отсюда.
Я лучше вообще туда смотреть не буду. Ну и нафиг. Так, вроде тихо, спокойно, да? Вот кроме вот той шоковой, вроде тихо, спокойно. Я очень надеюсь, что все будет нормально. Эй, конечно же, не будет нормально. Come on. Уя, и нормально. Жопка как горит, а? Я и нормально. Ха! Насмешил. Тихо и спокойно. Окей. Так, ладно. Я и нормально не получилось. Так, где? План Б. Здесь вроде тихо и спокойно. Я сразу же с собой не брал вот это чудо. Потому что правильно. А если что-то пойдет не так? Вот, поэтому я сразу же не брал. Но вдруг там какая-нибудь локация будет дебильная, где все будет жопа полная. Впрочем, единственный адекватный Динос у меня на данный момент. Ну, из тех, которые прям это... Могет и в атаку, и в торпор. Вот. Так что это прям... Вот, дождик закончился. Это хорошо. Так. От свидетелей избавились. Дальше вроде бы нормас. Ну что, погнали. Ни хрена полыхаем. Стоять! Да ёп! О, там яйцо Дрейка! Да ну нафиг! Это гнездо Дрейков! А, ну тогда неудивительно, что тут Дрейк тусовался. Да стоять ты! Да куда ты? Да мать твою за ногу! Ну нормально же общались! А можешь уснуть, пожалуйста? Пожалуйста, пожалуйста, не беги туда, скотина драная! Чтоб я и было все нормально. Ну, конечно. Так, спокуха. Расслабились. Осмотрелись. Отлично. Босиком, зато с анкилкой. Так. Не, слушай, вот это вот... Вот это... Вот это вот прям покебольчики нормас тема. Так, Дрейк. 270-й. Да пофигу. Он напал на меня. Я имею право забрать его яйцо. Все. Я не знаю, зачем оно мне. Ну, пускай будет. Такс. Дальше. Что я вижу? Сколько хп? 715 тысяч. Это простой гига. Да уж. Ну, мод, да. Мод здесь перелопатил. Как я понял, гига это не самый такой топовый мега и так далее. Гига это хуже Рекса. Потому что Рекс самый топовый мега и все в таком духе. Вот, ну, Гига все еще остается таким некислым боевым единицам, как я говорю, да? Твою мать, да пошел ты в жопу! Взлетай, мать твою! Ага, взлетел один такой! Лососни тунца! А ты че красным светишься? В жопу не пошел бы! Красным он не светится. Так, точно. Хилка. Так. Спокуха. Спокуха, 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 спокуха. Сейчас все будет. Но это не точно. Твою мать. И снова хилка меня спасает. Читерная, что поделаешь? Вот такой я читерный. Твою мать! Карха! Чё я сейчас собираюсь делать? Ох, вы бы знали.
Вы бы тоже так бы сделали. Тихо, спокойно, тихо, спокойно. Дилка идет в жопу. Отлично. Так. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Оп. Аж обосрался от счастья. Тихо, мать твою, ну-ка ты! Заметка. Надо поработать над приземлением. Если поняли из какого-то фильма, пиши в комментариях. Так. Нормас. Подождем, передохнем, обдумаем. Выдохнем. А, неплохо так. Игра сделала свое черное дело с тушканами. 3 штуки осталось. Нифига себе. Но это проблемка. Ну, так, на вас ресурсы. Это серьезная проблемка. Я просто делал штук на 10 тушканов, и типа киблов будет дофигища и сразу. Ну, типа, это в целом-то ни к чему, но ну, пускай будет. А тут хотя бы еще бы одного притомить. Хотя бы. Одного. Угу. Хотя пускай будет. Ладно. Погнали на базу. Скинем диносов. И вернемся и за тушканами. Да им тут что, медом намазано, а? Ублюдки, мать твою. Так, однозначно надо ставить турели. Какие-нибудь очень жесткие, мощные турели, чтобы это все говно сносило. А не будут ли они мочить по кому-нибудь это, жесткому? Да в смысле? У меня язык же переключен. Алло, ублюдочная ты собака. Ну, вот. Я с третьего раза переключил. А ничего нормального-то нету. Лазер турает. Хорошо, забей. Я не знаю, как это, что, короче, с ними делать. Кошмар, лучше за 5 мне все тут разнесет, чем собачьим. Единственное, что мне пришло в голову, это обязательно нужно диносов этого. Еп. О, прикольно, ты освещаешь, кайф. Обязательно нужно диносов... прятать за железными стенами, короче. То есть сделать стены из железа и там прятать, потому что камень ломает, мы заметили уже как. Так, ладно. С этими потом разберемся. Возможно, как-то что-то подзастроить, чтобы они спавнились да подальше, либо еще что-то. В общем, это потом придумается. А пока погнали обратно. Приземлился на остров Пасхи. Раз, два, три, и вон 4. О, это что, мой спальник, что ли? Офигеть, он еще до сих пор здесь лежит. Ты вот на этом острове меня мочканули. Вот здесь-то меня мочканули. Ладно, погнали. Сейчас вы увидите то, как сдохнет и этот тушканчик. Да 100% его сейчас завалят. Я даже не сомневаюсь. Только вопрос как? Это уже интересный вопрос. Ну тебе-то чё от меня нужно, скотина? Хорошо, он был мелкий. А, всё? Все, что ли? О, мы даже не увидели, как он сдох.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, да надо сосни тунца. Ну слушай, так я точно тучканов не притомлю. А так, может, и притомлю. Здесь тихо, спокойно. Отлично. Спать, пожалуйста. Спасибо. Так. И мажабарка. Ну просто я считаю, смысла нету киблами там и тушканов, учитывая, что они мне нужны для киблов. Быть? Все? Отлично. Я успел. И он не сдох. Отлично. Ну а теперь туда. Ухнали. Попробуем еще одного тушкана притомить. Может проканает. Потом будем пытаться всяких голдуду и так далее. Я думаю, к примеру, здесь как? Здесь если притомить светляков, да, то есть это лампадок, вот это вот и все, то они... Какая гадость, а не дроп. То они дают дроп синие кристаллы, зеленые кристаллы, красный кристалл, вот это все, короче. То есть они вот такой дроп дают. А, и газ с жирной. Ну, в смысле, ну, шары вот это газа. Я думаю, в этом смысле нету. Ну, их томить. А остальных сейчас притомим. Ну, как сейчас? Попытаюсь сегодня. Вон те какие красивенькие. Текать надо отсюда. Так. Надо только единственное будет загрузить. Вон те какой красавец. Тем более текать надо оттуда. А, я читал, рексов там типа, короче, приручать каких-то там только, если они яйца снесут, эти рексы, то есть не просто приручить, они, короче... Ой, добрый вечер. А можно потише музыку? Спасибо. Я говорил, там просто, может, перебивать будет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, это звук от жнеца. Там тушкан. Тушканчика не завалите. Пожалуйста. Пожалуйста. Тушкан, беги ко мне. Беги ко мне, тебя сейчас завалят там. Твою мать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Я никого не трогаю. Все, радиусом никого не зацепил. Носорог, пожалуйста, не агрись на меня. Текс. Так. Спокойно. Отлично. Замечательно. Живы будем, я помрем. Почему сейчас я спокоен? Ну, даже если в меня грохнут, то я не теряю динусов, я не теряю живку. То есть все хорошо. О, здорово. Ну, а лут что? Лут я верну. Лут я и так верну. Богомол. Вот это я интересно задумался. С помощью вот этого и вот этого богомол-то не кисло будет лутаться. Наверное. Интересно. Так. Дерево. Дерево я точно лутать буду бензопилой. Можно будет, кстати, какого-нибудь краба попробовать лутануть. Бензопила есть. Собственно, для этого я бензопилу и себе создавал. Я залутал одного крабика. Получилось так лутануть его. И он мне дал много
что немаловажно, много дал этого хитина. Кстати, а хитина, а чё, а хитина? А хитина? Так, в тебе сколько хп? Да твою мать, хорош, так страшно же, ёпарасоте! Я тебе сейчас вот это вот затканиваю это. Чё-то я лошара забыл про это дело. Что у меня сейчас шмотки-то поломают все. Так, так. Надо это, хотя бы праймовские шмотки сделать. Может, у них прочности побольше. Такс. Ну, алё, кусок говна. Во, спасибо. Я забыл просто, как убирать эту гадость. И где ты, где ты, где ты? Спокойно! Ай, больше возни было, ей-богу. Матерь божья! Это что тут за... Я понял. Вася, я понял. Твою мать! Не агрись на меня! А что, нормально, что ли? Ну, волчара ты, конечно, волчара. Так. Ну чё? Первое, которое мне мысль приходит в голову, это пойти на тот остров, где я тусил. Изначально. Почему? Потому что там спавнится альфа. Ё-моё, конкретный фейерверк. Там спавнится альфа. Да, альфа додо и золотой додо. Так что попробуем сходить сначала туда. Но сначала на базу. Так, получается, добавил всех, кого нужно. Обсидиановый жук дает обсидиан. Или додо дает кожу, ансент кожу. Альфа додо дает альфа блад, альфа кровь. Голден додо продуктивы. Короче, создает один хиляющий эликсир каждые 4 реальных часа. И Golden Tear, то есть каждые реальных 6 часов. Golden Tear это, ну, короче, кибл, золотой кибл. И Эстербания. Эстербания will product, то есть производит Ancient Belt, то есть это шкура, и Ancient Polymer каждые 5 минут. 500 for Edgehorn. Короче, в общем... Это те, которые просто так создают предметы. Там еще это есть или Титанобо создает биотоксин и немедленно с Веном. Но, типа... И причем написано, не работает в соло-терминале, короче. Только так блужданием. Но мне это вроде бы ни к чему. Поэтому мне это ни к чему. Так, давай начнем с Эстербани. Самое сложное будет, потому что их всего 2. Поэтому самое сложное. Ну, на этом острове шансов, конечно, нуль. Поэтому давай сразу вот сюда попробуем сгонять. И там посмотрим уже, что, как, да где. Так, да, если что, вернемся опять и продолжим. Да, можно уже как бы их призывать, но... Ну, слушай, а почему бы нет? Я же могу сделать вот так, да? Допустим, поставить вот так. И, если что, его просто-напросто вызывать. Ну, чтобы за ним не возвращаться. Окей. Last of Location. Погнали искать. Что-то я оказался вообще-то рядом с этим. Я подумал, что я где-то там заспавнился. Но я оказался рядом. Так что, ну, давай на остров сгоняем, почему бы нет. Ну, слушай, он где-то внизу. Может, и есть шанс все-таки. В скобочках нет. Вашу ж мать. А что ж так тут страшно-то у вас?
Ты что, в текстуре? Ёпрст ты! Я что-то так засмотрелся на них, что это... Не заметил, кому я тут призем... Нифига себе я даю. Вот это я безумец. Скажите, вы очкнули? А я даже не заметил. Ну я реально не заметил, куда я лечу. Да пошли вы в жопу! Да уж. Очень небезопасное место. Хима. Чё? Прайм, Шок, Индоминус, Рекс. Ёп, твою ж за ногу, что ж ты такая тварь быстрая? Он в текстурах сидит. Ты понимаешь это? Хотя не, погоди, он, наверное, не в текстурах. Надо залететь снизу. Да ёб твою же за ногу. Все ноги переломал. Давай, взлетай уже. Как тут идиллно и мирно. Так, давай попробуем здесь глянуть. Так, ну это артефакт. Это вы все так прекрасно знаете, где артефакты тусуются здесь. Ну слушай, нет, он не здесь находится. Он, походу, дела реально в текстурах. Я бы, конечно, постоял бы, через камеру посмотрел, в смысле через альта, но это... Я думаю, пока я буду смотреть, я там сдохну. Ёп! Пырсоты. Дракоша. Хотя можно сделать вот так, попробовать. Выманить их. Всех. Да? К примеру. Такой я дурачок. Бегаю по этому острову пешком. Давай, 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 взлетай. Отлично. Обгаженный один тут еще тусуется. Ай, ладно, короче, погнали отсюда. Ну и все, в бане. Так, приближаемся. Куча всякого говна уже согрелась на меня. Дрейк даже есть. Ема, что тут с FPS-ами-то у меня? Ой. Что тут вообще все тяжко у меня как-то с FPS-ами? То есть там, где у меня база, у меня 100 FPS-ов. Здесь у меня 20. Я что-то не понял, а что это меня продамажило? Альфа Аргентавис, добрый вечер. Я, пожалуй, промолчу. Я просто считаю, материться на видео это все-таки плохо. Да, у меня выскакивает и так далее, но что поделаешь. Я думаю, промолчу. Все-таки некрасиво материться. Ладно, погнали за дудошками. Тусуем на свой остров. Тот, который изначально я занимал.
Интересно, лишними не будут. Всякие цементные пасты и так далее. Вот это вот все. Там чем? Интересно. Так. Сейчас надо приземлиться. Где-нибудь в безопасном месте. И перенастроить все это дело. Мне нужен обсидиановый вот этот вот жучочек. Спасибо. Был на том острове, где я сейчас только что тусил? Ха, прикол. Так, как тебя томить? Можжабарь в последний слот. Фу, изи-бризи. Изи-бризи. Я ж можжабарь все вытащил. Выложил, точнее. Можжабарка. Где же ты? Отлично. Так. Ладно, с тобой потом разберемся. Я думаю, их несколько штук можно притомить. А чё? Изично томятся, почему бы и нет? Как я можжабарь вытащил, конечно, это да, вот надо же было так умудриться. Я просто их специально с собой брал, чтобы это... Ну, типа вот этой ерундистикой не заниматься. Ну ладно, что поделаешь. Благо они кушают очень мало. А, так у них первый левел. Ё-моё. Ага. Был пацан и нет пацана. Вот. Вернулся свои родные пенаты. Так, секунду. Не, ну не говно ли, а? А нету больше шума. Вот этих вот взрывов, раскатов грома и так далее. Здесь тишина. Да ладно, я уж там обустроился. Ну, это, конечно, да. Ой, не, идите нафиг. Мелкие пиздюки. Я уж там обустроился, я уже надумал, как у меня это будет там все это, все сделано и так далее. Так что... Так, исключительно корм. Обязательно только через КИО. Ну ладно, это не проблема, исключительно корм. Исключительно корм 3 штуки. С этим проблем у нас не будет. Почему? Ну, потому что... Потому что у меня есть все дома. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ща полетел не туда. Домой. Так, пока туда-сюда подготавливался, настал туман от всей карты. Вот мне исключительно корм и исключительно расширенный корм. Так что с этим проблем нету. Ну что, пробуем. Надеюсь, все будет хорошо. Давай, Дилка. Мы вернулись на то место, где мы были раньше. Да, не кислый урончика вносит. И, пожалуйста, спать. Спасибо. Да уж. Вот это урон так вносит, так вносит. Такс. Раз. Два. Отличненько. Дальше не хаваем. Спасибо. О, так они еще и цвет разный. Прикольно. Они еще и цветами разными делаются. И тут даже еще подписывается, типа это. Кого ты берешь в руки. Слушай, прикольно. Удобно. Удобно прям вот это вот в целом. Так. Дальше. Кто у меня по списку идет? Дальше по списку. Ну давай, грузись. Спасибо. Альфа Додон. Где-то на этих островочках, да? Ну-ка, левел. Мне-то левел-то вообще не важен. Ну, кстати, да, там получается тусим вот туда. Тоже как бы недалеко. Здесь вроде бы должны быть безопасные острова. Основное слово вроде как. Угу.
Так. О! Элит Додо. Альфа Додо. Элит Зом Додо. Ну, Элит Зом Додо у меня как раз таки есть. Так, вот это давай лучше попробуем. Пил-пил делать так. Отлично. Обычный корм. Ты пассивкой томишься. А в смысле, почему? Я других-то могу так делать. Я к нему вообще в инвентарь залезть не могу, прикинь. Так, два простого корма тебе надо. А тебе надо... Обычный корм одна штука. Отлично. Ёпарасоте. Кстати, киблов-то нормально делается. Вот обычный. И два простых. Вот, давай попробуем расширенный взять. Мало ли, вдруг он будет тем кайфовый. Это я еще вот оттуда все не скидывал. Вот, но... 5 обсидиан, конечно, это да. Это, конечно, да. Но пускай будет. Пускай будет. Вот киблы норм тема. Остальные ресурсы это просто кура на смех. Так. Ты у нас элитный. Отлично. Отлично. И... Проснулся? Ну, прости, не знал. Обычный? А, это тот просто по приколу так приручился, его хорошо было. Ай, дебил. Надо хотя бы иногда смотреть, что ты кого кормишь. Ой, бляха-муха. Это что-то с чем-то. Это прям реально что-то с чем-то. Я прям могу. Я прям... Как говорится, кто, если не я? Так тупим только единицы. Если ты тупишь так же, как я, знай, ты не одинок. Благо, есть телепортики. Так, в итоге. Эстер Банни, ну извините, Обсидиан Баг тоже. Ну и элитка тоже. Эстер Банни нового запомнился? Естественно, нет. Так, и тушканчик. Давай глянем, может еще тушканы заспавнились. Тушканчик. Юный тушканчик. Безумец, ты попал в этот мир. Зря. Так, ладно. Все хорошо, все замечательно. Валим до дома. Было весело, но пора бы и заканчивать. Ну как весело? Может, и не весело вовсе. Вот как-то так. Вот начали Ancient Hunt. В общем, начали добываться немножко ресурсы, яйца. Кстати, вот интересно, а другие яйца? Вот ты у меня самка, да? У меня яйца собираются вот сюда. Угу, интересно. Просто интересно, а другие яйца он будет собирать? Или не будет собирать? Ну, если вот так вот их положить. Вот, кровь появилась. Метин. Кожа, ну, три тушкана.
Ну, обсидианчик потихонечку добывается. Посмотрим, вообще что-нибудь голдудо так принесет, не принесет. А сейчас что я могу сказать? По идее, у меня все диносы нужные для развития есть. Чем добыть ресурсы, все это как бы есть. Даже на чем, если что, вдруг летать. И защищаться кем тоже у меня есть. Вот, так что уже вполне все неплохо. Вот, нужно будет, конечно, ходить, добывать ресурсы, все это дело делать. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Вообще, по идее, в моих планах это подобывать ресурсы и начать строительство, глобальную постройку, посмотреть, что из этого выйдет. Ну, а там уже, как говорится, что выйдет, то выйдет. Есть задумка, получится, не получится. Знает. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо. Слышь, я говорю, вот. Вот, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.